Yes, it is. Вот здесь два. Все, вроде бы. Там, тут еще третий. Прокручивается, его надо резать. Все, скрутили. С помощью этой. Тут и все, и внизу. Управляешь целый, блин. Противотуманники отключу.
этим, но можно сразу вот здесь вот скрутиться. Или это. Здесь то же самое. Включим это все. Сейчас эта железка должна упасть, бля, вниз. Если ничего не будет держать. Все. Сейчас шланги надо водяные открутить. Видите, он уже идет, но нам надо шланги открутить, она мешает. Что-то не замкнуло. Сейчас надо вниз залазить, водяную трубку, короче, воду сливать, все остальное. Сейчас мы этот скрутим и сюда буду капать.
с июля. Тут еще. Тут, видите. Вот тут. И тут направляющий. Чтобы вытянуть его. Все, сейчас бы не вытягивать уже. Можно там снять, конечно. Там снег нужен, но там неудобно, а он быстрее. Так, все, соединил. Вот тут еще нужен патрубок этот снег. Помешает, он там закреплен. Тут ход есть. Ход, видите. Тут свободно можно. А там нет. Надо его чуть-чуть отсунуть сюда. Иначе ничего не получится. Вот ему сдохнуть все время. Сгнил наш, блядь, хомут. Придется мне его сейчас резать. Не нужно. Сейчас мы вот здесь его разрежем. Вот я его разделал, блядь. Сгнило наш. Представляете? Вытащу. Сейчас можно спокойно радиатор вытянуть. Без препятствий никаких. Пускай даже все падает вниз, без разницы. Ну, хотя это все равно надо будет держать. Вот тут шланг длинный. Будет отвисать. Нормально будет. Сейчас. Буду пробовать снимать его. Все, насколько вниз ушел. Можно спокойно снять сейчас. Вот этот хомут надо снимать. Он, блядь, не даст покоя его. Поверьте. Потому что тут неудобно вообще снимать. Это, вот таким макаром надо его и херячить. Из него сложно, бля. Это такой машина напичканный. Не знаю, это мандевовский старый двигатель. Здесь стоит. А все хомуты я новый поставлю, конечно. Базары не. Так, сейчас я камеру уберу. Так, будет видно. Да. Только это опасная вещь. Вот это. Он зафиксировался. Если он стрельнет, больно, блядь, будет. Верьте мне. Аж палец меняет, блядь. От удара. Снял. Чтобы здесь снять, что надо сделать? Сотворить чудо надо. Все. Я вам, ребята, показал, как это все сделать. Тут надо обязательно, чтобы его отсунуть вперед. Тут тоже надо обязательно, чтобы тоже отсунуть. Потому что тут никак вы не. Ну, может, этот вы снимете, но этот вы не сможете все здесь мешать, тут он рядом все. Да. Все, ребят, я вам показал, как снять радиатор.
все, всем пока. У кого какие вопросы, напишите комментарий, ставьте лайки или подписывайтесь.